Потом он, короче, возвращается, и мне такой говорит, выходи. Я говорю, приехали. Я говорю, чего? Он мне говорит, жил в Джакарте. Я думаю, что он это, я-то знаю, что мы в Джакарте. Он говорит, жил в Джакарте. Ну, в общем, в итоге, короче говоря, вот опять встреча с полицией, да, то есть вот у них вот это обращение. В общем, он меня привел, не отдал полицейский, что мне в Джакарту. Вот. Ну, дальше получилась история, которая происходила еще, в Китае также было с полицейскими. То есть полиция, если не считать американскую, которая одевала на меня наручники, да, остальная полиция всегда мне помогала. Здесь получилось так. Меня посадили на мотоцикл, позади еще эскорт дали на мотоциклах. Меня на этих мотоциклах привезли, меня спросили, куда тебе надо, я сказал, в Джакарту. Меня на этих мотоциклах привезли на железнодорожный вокзал в Джакарте. И когда мы приехали, я смотрю, железнодорожный вокзал, я думаю, ну ладно, придется опять сейчас выбираться за город на трассу. Я им говорю, они меня ведут туда, на перо. Я говорю, не-не-не-не, no money, no. Они говорят, да, окей. Мы подходим к кассе, короче, они мне покупают билет, дают, и говорят, типа, это тебе презент, подарок. Все, давай, учесть нашей территории. Теперь это головная боль Джакарты. Пусть теперь полиция Джакарты.